аккумуляторный шуруповерт Deka GCD20DU3. Оснащен режимом безударной дрели и выдает до 40 ньютонов крутящего момента. Устройство поставляется в ударопрочном кейсе из пластика и комплектуется широким набором аксессуаров. В комплектации Set 4 к инструменту прилагается два аккумулятора на 2 ампер-часа, зарядное устройство и набор различных бит со сверлами по металлу. Шуруповерт Deka выполнен в классическом форм-факторе с удобной прорезиненной рукояткой и усеченным слотом под аккумулятор в основании. Сам аккумулятор оснащен встроенным контроллером заряда и обладает повышенным напряжением 20 вольт, позволяя достигать электромотору пикового крутящего момента 40 ньютон. Корпус инструмента изготовлен из композитного пластика с удобной прорезиненной рукояткой. Курок регулировки скорости вращения открытого типа. Рядом находятся переключатели реверса и блокировки. Переключатель мягкого и жесткого сверления вынесен наверх. А в основании патрона регулятор отсечки на 18 градаций, плюс один режим сверления. Сам патрон классический, быстрозажимной, рассчитан на сверла диаметром от 0,8 до 10 мм, заявленной шириной пера до 25 мм при работах с древесиной. Из удобств также отметим наличие светодиодной подсветки рядом с патроном. Одной из главных особенностей аккумуляторной дрели шуруповерта Deka GCD20DU3 является пиковый крутящий момент 40 ньютон-метров в режиме жесткого сверления. Максимальная скорость вращения составляет 1500 оборотов в минуту, либо до 400 оборотов в мягком режиме.